Толщина льда как у вас тут? Сантиметров 40. 40, да? Ну, 40 это безопасно. Самое мороз безопасно, и холод какая? Им не помеха. Зимняя рыбалка – особое удовольствие. Правда, весьма рискованная. Как избежать несчастных случаев, рыбакам в очередной раз напомнили сотрудники МЧС. Как рыбалочка? Я недавно пришел. Ничего еще нету? Не плевал, да. Ну, а есть какие с собой спасательные средства? Нет. Жилеты, конечно, Александру. Обязан с собой иметь. Это для вашей же безопасности. В профилактическом рейде приняли участие студенты БГУ. В Татьянин день вместе с инспекторами они раздали рыбакам листовки, на которых написаны нехитрые правила поведения на льду. В первую очередь мы всех рыбаков предупреждаем о том, чтобы не выходили на русло рек, потому что там сейчас опасно, идет подмывание. Значит, там толщина льда не превышает 5-6 сантиметров. Здесь в затонах толщина льда доходит до 30 сантиметров. Это безопасная толщина. Рыбакам посоветовали надевать под верхнюю одежду спасательные жилеты. Так будет не только безопаснее, но и теплее. И, конечно, брать с собой шнур с грузиком, чтобы в случае ЧП суметь достать пострадавшего из воды. Евгения Гриненко, Евгений Седачев, события Брянск.